В Малаховке станет чище. Местные власти всерьез взялись за борьбу с несанкционированными свалками и несвоевременным вывозом мусора. О том, какие меры уже приняты, журналистам рассказали на выездном совещании, участники которого своими глазами увидели, как загрязняют жемчужину Подмосковья. За последние 3 недели в Малаховке оштрафовали 27 нарушителей, которые выбрасывали пакеты с отходами в частном секторе. Такая неживописная картина здесь уже давно почти на каждом углу. Наши специалисты совместно с народной дружиной из Краскова, а также с представителями полиции выходят на рейды. Именно стоят на тех местах, где традиционно люди выбрасывают мусор, несанкционированные свалки организовывают. Также в Малаховке установили таблички, информирующие население о том, что за организацию свалки грозит штраф 5000 рублей. Конечно, этого мало. Необходимо создать такие условия, чтобы жители не мусорили где попало, а выбрасывали отходы в установленных местах. Сейчас принято решение дополнительно установить 6 контейнерных площадок, дополнительных мусорных контейнерных площадок, и установить их в непосредственной близости к жилому сектору. Кроме того, было установлено, что обслуживающая компания в настоящий момент не справляется с вывозом мусора. Если она не примет определенные меры, то подрядчика заменят. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.